Высшие награды с мировых чемпионатов, строительство новых спортивных сооружений, эстафеты олимпийского и паралимпийского огня. 2014-й запомнился курянам яркими событиями. В этом году курские спортсмены добились значительных результатов. По традиции, хорошим урожаем наград порадовали наши раперистки. Инна Дереглазова взяла серебро чемпионата Европы, а Юлия Бирюкова – бронзу. На ее же счету второе место на мировом первенстве. 2014-й запомнится и зрелищными событиями, которые уже вошли в спортивную историю страны. Наш город принял эстафеты олимпийского и паралимпийского огня, финал четырех Кубка России по баскетболу, первенство страны по гиревому спорту среди ветеранов, спартакиада по тяжелой атлетике и фехтованию. Баскетбольный клуб «Динамо» стал бронзовым призером премьер-лиги, а волейбольная команда «Политех Курская область», несмотря на статус дебютанта, уверенно провела сезон в высшей лиге А, второй по значимости в России. Планы на 2015 год не менее масштабные. Ну, прежде всего, сохранить все то, что создано. Это основная цель. Сохранить весь потенциал спортивный, который есть, и обязательно в любом случае его приумножить. За счет спортивных объектов, за счет повышения коэффициента полезного действия работы тренерского, преподавательского состава, за счет пропаганды спорта.